Всем большой привет! Меня зовут Олеся, и вы на моем творческом канале. И сегодня мы с вами сделаем вот такие вот мини-букетики-комплименты. Итак, мои хорошие рукодельницы, для того, чтобы создать такой красивый крокус, нам понадобится 4 отрезочка гофрированной бумаги. Любой цвет берите, какой вы хотите. Размер отрезочка примерно в ширину 3 сантиметра и в длину 14-15 сантиметров. Один небольшой отрезочек зеленой гофрированной бумаги для того, чтобы обкрутить нашу шпажку. Шпажка и несколько отрезочков тоже зеленой гофрированной бумаги. Примерный размер 1,5 сантиметра на 8 сантиметров для вот такой красивой зелени. Также нитка и чупа-чупс. Берем отрезочек гофрированной бумаги и в центре собираем вот такой небольшой гармошкой. Затем перекручиваем и распрямляем. Вот такие лепестки нашего цветочка у нас должны получаться. Четвертый кусочек бумаги складываем уже вот таким вот образом, просто перекручивая. И вставляем сюда наш чупа-чупсик. Аккуратненько пальчиками распределяем бумажку по всему чупа-чупсику. Вот что у нас получается. Сейчас берем нитки и ниткой фиксируем, наматывая нашу бумагу к чупа-чупсу. Теперь, девочки, будем фиксировать наши лепестки также ниткой. Вот так вот аккуратненько пальчиком придерживаем и также наматываем. И по очереди аккуратненько вот так вот друг возле друга рядышком. И остался последний, третий. Все. Вот такой цветочек у нас уже получился. Сейчас нам нужно все вот эти вот нитки скрыть вот таким отрезочком зеленой гофрированной бумаги. Берем термоклей. Вот здесь вот капаем клеем. И сейчас просто обкручиваем. Сейчас нам нужно зафиксировать в одном месте все наши цветочки для того, чтобы они красиво смотрелись в букетике. Для этого я вот сюда примерно буду капать термоклей. Беру отрезочек небольшой, также зеленой гофрированной бумаги, приклеиваюсь в это место и аккуратно наматываю. Вот
все лишнее отрываем и также фиксируем клеем. Теперь мы должны сделать вот такие зеленые листики для наших цветочков. Берем небольшой отрезок гофрированной зеленой бумаги размером 1,5 сантиметра на 8 сантиметров. Складываем вдвое и вырезаем листик. Вот такой листик у нас должен получиться. А я теперь пальчиком немножко его вот так подкрутим. Вот. И сейчас мы листики приклеим к нашим цветочкам. Листики приклеиваем на термоклей. Для упаковочки я взяла также отрезочек гофрированной бумаги, только размер будет уже 17 сантиметров на 17 сантиметров. 17 на 17 сантиметров. Померяем наш букетик и примерно в этом месте загнем бумажку. И вот так. Этот край мы вот так немного порастягиваем. Вот так у нас получилось. Теперь нам нужно соединить два края нашей бумаги. Вот такая упаковочка у нас получилась. Сейчас берем наш букетик и вставляем в эту упаковочку. Ищем примерно серединку. Берем нитку и фиксируем нашу серединку. Крепко-крепко наматываем. Теперь я взяла розовую атласную ленту и нужно вот здесь, в это место, приклеить бантик нашему букетику. Бантик. Еще отрезаем небольшой кусочек атласной ленты для того, чтобы скрыть наши нитки. Капаем клей и приклеиваем нашу ленточку.
в это же место, где закончилась лента, мы приклеиваем бантик. Декорировать бантик я буду вот такой вот бусинкой. Но полубусинка смотрелась бы здесь лучше. Вот такая прелесть у нас получилась. Я считаю, что букетики очень миленькие, аккуратненькие. И подарить такой букетик можно абсолютно любому человеку. И делается, кстати, что немаловажно, этот букетик очень-очень легко и очень-очень быстро. Поэтому, если вам понравился мой мастер-класс, обязательно поставьте лайк, либо поделитесь моим видео для того, чтобы другие люди также смогли увидеть и воспользоваться моим мастер-классом. И также, если вам понравилось мое видео, обязательно подписывайтесь на мой канал –